Хорошо, наушники. А, кстати, какую тему ищем, братуха? Путин, ищем тему. Нифига себе, с российским флагом Путин. Это что-то новое. Ну, что, блядь, такого? Ну, как бы проголосовали за него, и тут такое вдруг, нифига себе. Ну, долбоёбы проголосовали, что-то. Ну, я понимаю, да, это я так думаю, что половина не голосовала. Я так вот пообщался, они говорят, да я ни хрена, вот особенно Сибирь ту сторону, да, к Владивостоку. Они говорят, а мы ни хрена не голосуем. А ты прикинешь население, там население какое? И они не голосовали. А какое там население? Можно запросто поставить галочку, типа проголосовали за. Согласен? Да, так и было. Ты меня сейчас вообще не удивил. Подсовочка. Алло. Ты меня, говорю, сейчас вообще не удивил, так и было. Порвалось. Я понял. Алло. Ну ладно, братушка, давай. Давай. Не слышно, ни фига. Дальше. Я понял. Я. Ты меня слышишь? Слышу. Что-то у тебя какая-то это... пелена. Нет, туман. М? Туман. Туман? Синий, что ли? Угу. Нифига тебе тут туман, ты что? Донбасса. А, ну тогда понятно. Ну что, когда там победите ты мне? Кого-нибудь? Да я хуй, с кем там воюют? Я знаю. То ли, блядь, с нами, то ли с украинцами, то ли... Со всеми подряд, блядь. Ну, а сами с собой... А ты сам местный или ты приехал туда? Местный. Ну так, вы, ну скажи мне как на духу, нахуй вам это надо, блядь? А я что, блядь, за то, чтобы война была? Нет. Это идиоты, блядь, устроили ее. Ну как же вы допустили до такой хуйни, блядь? Кто допустил? Ну вы, местное население. Там местное население, блядь, уже ж половину русских, блядь, этих... перевезли их еще раньше, ну, в советское время, русскоязычных, но... Ну, то есть... Бабушки, блядь, лентяи. Бабушки, да, привыкли нахуй при Союзе не работать нихуя. Ну, я говорю, лентяи, блядь. Лентяи, в основном лентяи, блядь. Нормальные люди, блядь. Они понимают, что тебе хуй-то нахуй заплатят. Сейчас такое время, что сам не заработаешь, каких-то даст. Ну, блядь. Вера в чудо неистребимо, блядь. И кто взялся за автомат первый? Кто? Грузчики эти, блядь. Алкаши, нахуй, блядь, наркоманы, нахуй. И, блядь, начали, пришли, нахуй, на базу, на давай. Стали, блядь, воровать там все, блядь. Ну, то есть Шариковы победили? Богатые, ну, если люди с деньгами сразу же уехали нахуй, бросили, кто был богатый, там, адекватный, не сразу же манатки и их текать нахуй. Ждать, пока будут помут по голове, блядь. Ну, да. Ебанутые, если они стреляют, они же ебанутые, блядь. Менты же пошли, тоже за них пошли менты, блядь. Слушай, они, ну а сейчас блядь. Там как, спокойно или постреливают? Каждый день стреляют, еще больше, блядь. Да, ну, перемирие. Сейчас с чуваком разговаривал, он в Запорожье, он говорит, что там что-то не стреляют, так, тихо все. Да, Запорожье далеко. Ну, Запорожье 200 километров от военной зоны, там не слышно. Да, по прямой 200 километров. Ну, отпускников-то много? Там, каких? Ну, которые приезжают из России в отпуск на Донбасс там. Ну, там в основном сейчас России. Гуляют там по лесам. Поженились вот девок, ебут, блядь, поражали девки, понарожали им. Местные девки? Ну, проститутки наши, а. Блядь, они и в Африке, блядь, знаешь. А ты сам русский или украинец? У меня мать с Ярославской области, да? Mm-hmm. Мать с Ярославской области. Она тут вышла замуж. Отец с Украины. Кто я, блядь? Укрорусский, блядь. Укророссиянин, блядь. Укророссиянин, блядь.
У меня пол России, у них семья большая, у них там, блядь, у них там было 9 человек в семье. А покинь каждый опять этих детей нарожал, там мне там этих пол России двоюродных и этих братов, сестров, и по всей Украине, и по России, блядь, и по Казахстане. Ну везде, блядь, понимаешь? И в Крыму, нахуй, вот, что со всеми теперь драться. Я точно знаю, что вот у меня есть там знакомые, у них родственники, они, блядь, разосрались реально. Ну, то есть, вот они россияне. Есть. Ну, я считаю, есть то, что ты доказываешь, ну так нельзя, понимаешь? Это устроили, кто устроил? Блядь, правительство устроило нахуй эту всю хуйню, блядь. Да, правительство устроило, но народ-то, видишь, тоже как бы поддержал. Ну, народ, ну, да стадо баранов, нахуй, блядь. Ну, я народ, с тобой согласен, да. Стадо баранов, он, блядь, неадекватный, нихуя. Ему дай, блядь, бутылку водки, нахуй, он тебе мать трудную продаст. Вот тут они стоят, это, флагами махает. Ему дали 100 гривен, дали флаг. На, вот тут пизди это, блядь, так, помахал 2 часа, заплатили ему там 100 гривен. Так, завтра пойдешь, а там встанешь, вот же того посольства. На тебе 200 гривен, там постоишь. Ну, блядь, народ это, блядь, его купить нахуй. Да, фу, блядь, раскнуть нахуй. Что хочешь с него и твори, нахуй. Ну, так они за копейку. Вот это все стоят, вот эти все митинги. Они все, блядь, проплаченные нахуй, блядь. Какие митинги? Это, да всякие, все митинги. Ну, всякие. Ну конкретно. Ну, все это устают там возле посольства, да, там что-то там пришли, там что-то им не нравится. Тут, а, ты имеешь в виду в Украине, что ли, или что? Да, в Украине, и в России, думаю, такая хуйня. Да, в России, блядь, да, там... Ну, там, да, там в основном за Путина ходят такие лобоеды. За Путина ходят. Вот дадут ему, блядь, плакат, дадут ему 100 гривен. Он будет стоять, блядь, хоть ты его заставишь, блядь, а взял бы лопату там, или отбойный моток, пошел бы уголь рубать там или что-нибудь там. Да. Это не хуй, они тут им дают 100 гривен, нахуй, и пакет гречки, нахуй, блядь. И мать продадут, нахуй, блядь. Ну, так, все такое время, что они все ж, ой, давайте, Россия поможет, нахуй, блядь, ну, что поможет, блядь, он сейчас там консервы, нахуй, 12-го года привозят, нахуй, это, 12-го года консервы, нахуй, килька, нахуй, 12-го года, блядь. Это посочено, из России привозят? Да, ну, да, это вот, ну, собакам даем, это самое, то, что самим жрать. Ну, 12-й год на банке. Это 12-й год на банке. Гуманитарная помощь, наверное, такая приходит? Да. И детская тоже. Питание просроченное, блядь. Инсулин, что там, он года 3-4 за просроченный. Так вот, понабирали этих раны себе там, вот у дрожца, что-то там, вместо зеленки. Потому что инсулин нельзя так колоть. Инсулин привезли, он уже 3 года как просроченный, блядь. Ну, все такое, что пропало. Колу, блядь, помню, привезли. Это самое. Ноябрь месяц был, блядь. Новый год. Кола, блядь. Это. Прошлогодняя, с Новым годом, нахуй, блядь. Это пиздец. Ну, ваша кола какая-то невкусная, блядь. Вот у нас там другие кола своя, вкуснее кола, вот, блядь. Да, вот в Киеве очень вкусная кола я пил. Очень. Мне самая вкусная кола мне понравилась в Киеве. Ну да. У нас кола. Это самое. Тут раз, я когда приезжаю, даже. Возьми колы, мы так хоть пить ее нельзя, нахуй. Ну, хочется. Вот, ну, иногда, да. Какая-то она горькая, какая-то она не такая. А это так, от воды, мне кажется, зависит все. Да не, у вас там вода хорошая, там в России. Да. Где в России где хорошая там, вода? Ты что? В Ярославской области там были, там мы там чай пили, блядь. Вода сладкая, блядь. Какой? Ярославская. Может быть, там Ярославская и неплохая вода, там, лесах, блядь. В России... Ну, не вот откуда набирают вот эти заводы там, это там далеко не хорошая вода. Может быть, в лесу, там в ручье где-то хорошая, тут нет. Ну, я помню, там такие неглубокие колодца, там помню, ну, такая вода прямо такая, аж сладкая, блядь, ну, приятная, вкусная, да. Мы чаще чай пили такой, помню, сюда хвалили эту воду. Ну, да, это прошло время уже, вот я был в конце 90-х годов, уже мать умерла. Ну, ты что, ты знаешь, сколько свалок понастроили? Все засрано уже, все, блядь. Это я был 20 лет назад. Слушай, скажи мне, а там в этом вашем ДНР там валюта какая ходит? Рубли? Или гривны? Да всякие ходят. И гривны. Ну, то есть, ну, все смотаются за
За это, за гривни, если же на Украину старики мотают за пенсией. Ну, за пенсией. Получают гривню. Получают гривню. А кто-то там ее обналичивает, там, ну, там, колбасу, там, мясо, то некоторые с собой забирают гривню. Там потом меняют на русские. Ну, доллары. А мародерство? Ну, валютчики. Приходят. Ну, сейчас немножко... Мародерство было первые два года, бля. Потом вот то, вот уж свой яс, пиздота, блядь. Воровали нахуй, блядь. Потом, когда пришли русские, они выловили вот эту всю пиздоту нахуй, блядь. Попересажали их нахуй. Это самое. Дали пизды им. Смотри, позабирали у них автоматы, позабирали. И взяли власть в свои руки, блядь, взяли. Ну, те... Вот, там, какая-то, блядь, не польза. Там, мы там знакомые там посидели там месяца по три, по два там сидели в них подвале. Потом выпустили их. Ну, сейчас вижу, что опять что-то там форму продевали. Солдатики. Ну, в основном. Ну, а русские там тут ловили, расстреливали, нахуй, этих мародеров. Там одного-два расстреляли, нахуй, все. Как бабка посыпала, нахуй, никто же не ворует. Дома стоят, не воруют. А то же было, блядь, пиздец. Где тот, уже, сука, воруют, уже дом разбирают. Ну, все ж повыезжали. Ну, да. Это... Ну, сейчас насчет мародера ставят, фу. Ну, не слышал. Ну, а вот, вот ну, вам-то вообще куда хочется больше, в Россию или в Украину? Ну, хочется, блядь, был бы или, я, или да, хочется, например. Или хочется независимости? Слушай, так как, ну, не. Надо все поставить на свои места, все поставить, как, не, понимаешь, ну, это будет, вам будет нехорошо в мире. Ты видишь, что давят Россию. Я же не говорю про нас. Я спрашиваю про у местного населения какое отношение. Мне-то вот откровенно сказать, ну, вот вы мне вот нахуй не нужны. Не вы, не Крым там, да? Ну, это так. Я хочу, чтобы стало все на свои места, блядь. Это, ну, простите этих нахуй, блядь. Вот у ебатника. Закрыть глаза же нахуй, блядь. Ну, да, как-то, ну, нельзя, блядь, жить вот этой, понимаешь, как живешь, как в тюрьме, нахуй, блядь. В концлагере, блядь. В комендантский час. У них все заминировано, блядь. Когда оно разминируется, блядь? Бандерский час, оно, это что такое? Блядь, еще с... Или комендантский час? 41-го года замен. А? Комендантский час? Час до сих пор. Ну, 4 года уже. Знаешь, как комендантский час, 4 года? Ты никуда не можешь выйти, никуда не пойти. Бар пошел, забухал, тебя поймали, посадили нахуй, блядь. И еще такой пизды дадут нахуй, что, блядь, забудешь, как и пить нахуй, блядь. Заебись. Ну, как-то, ну, вообще, вот так вот, зайди в город, тишина. Нету, после трех часов никого нету, блядь. Уже то хоть собаки были, уже собак нема, или пожирали их, или поубивали, я не знаю. Раньше собаки хоть бегали. Было, собак было много. Сейчас и собак нема уже, блядь. Тишина да. Полная, блядь. Ни машины не ездят, ни автобусы. Тишина. Магазины открытые такие, только такие там, ну. То, что было все бутиков, блядь, было. Все первые этажи. Все за ширмой, закрыто, нахуй, блядь. Это там вот продовольственные некоторые работают, там все, это все. Тишина гробовая, блядь. Раньше, блядь, приходишь там в бар вечером, блядь, ищешь. У вас место свободно есть, у нас тут там сотни баров там в этом городе, блядь, ну, в любом. Звонишь, место свободно есть. Там, блядь, хуй найдешь свободного места, блядь. Это хуево жили. Хорошо, блядь, хуй зайдешь, где в ресторан место найдешь, нахуй, блядь. Сейчас. Два-три ресторана работают, нахуй, блядь, и все. И не пустые, нахуй, блядь, ты не хочешь. Это же, ну, стрёмно бухать, а потом, ну... Ну, чтобы не пиздиться, да? Чтобы где-то там, видимо, ну, короче, ну, такая хреновая, понимаешь, блядь. Ну, нету, не видно будущего, 4 года, оно все, все оно, блядь, пропадает, все рушится, все, блядь, как-то оно, блядь... Все, ну, все как в России. Черное становится черное. Вот выезжаешь, например, вот Славянск, да, было, ну, да. No. Славянск, да, это ж первый его купили, первый, значит, да, сейчас один в Славянск, блядь, машин негде поставить, город цветет, нахуй, дороги все новые подделали, нахуй, все работает, уже, где Славянск, не зайдешь, Славянск-то отбили же, по-моему, да, тогда, да, если я не ошибаюсь? Ну, да, никто ж никого не убивал. Никто там, никаких бендеров там не было, блядь. А вот все это... живут нормально. Слушай, а история вот эта с распятым мальчиком, ну, это же хуйня. Да ты что, это, ну, это рассказала алкашка из Западной Украины, она конченая, блин, она
Она неадекватная, она, блядь, наркоманка такая, вот она рассказывала. Да вот, она по телеку слышал, что с Крыма там женщина, что 5-летнюю изнасиловали, девушку изнасиловали, да, и напхали ей фенобетон. Фенобетон, ну, да. Это ум есть в голове? Ну, тут смеются, ну как так? Как так, блядь? Вот, блядь, смеются, а у нас-то верят люди. Понимаешь, они реально в это верят. Я тебе скажу правду. На 23 февраля у нас в Ленаке пропала девочка, это самое, 15-летняя. Нашли ее, та самая, ну, мертвой, в снегу, нашли ее, изнасилованная, побитая вся, блядь, это самое. Ну, и сказали даже... Мать начала там писать, там, ну, мать ее. Я что-то слышал, и ее потом голову отрезали нахуй, да? Отрезали голову, нашли ее с отрезанной головой. Ты представляешь, это фотографии были, это лицо ДНР, все, зафиксировано все было. Вот это правда, блядь. А это кто она сделал? Там, это, блядь? Она там, она назвала три фамилии русских солдат, которые русские, назвала фамилии. Это они с ней были, они ее изнасиловали, они ее убили. Трое русских солдат. Это самое. А потом начали, она говорит, я вам пишу, она в сетях писала, что меня сейчас это самое, ну, пугают, типа, ну, это, как у вас. Ну, понял. И угрожают ей, что, что, мол, не ходи никуда, нахуй там не лезь. Короче, она говорит, если меня не будет, значит, это они меня убили. Тут хуяк через день нашли ее с отрезанной головой. Она назвала фамилию, назвала, писала о своем этом, это все в компьютере все есть, поэтому все. Ну и что, нихуя никого ничего не нашли, да? Ничего, никого ничего. А кто-то с пятых мальчиков, вот, я такой, блядь, ну, даже Первый канал, хотя бы подумали, что вы такую хуйню такую, блядь. Так это, ты видел эту передачу? Там ведущий вообще просто в сторону пошел и говорит, что она несет, нахуй. А она ведь какой-то там, ну, высокий чиновник, там чуть ли не депутат, блядь. Вообще, ну, просто, ну. Какой снегирей там, говорит, снегирей на каких-то кушать, там что-то там, блядь, чисто. Не, нормально, знаешь, у нас жизнь была нормальная, понимаешь, у нас поначалу было, блядь, где-то 2000, когда доллар еще был по рублю, это мы жили прекрасно, у нас заработки были 2000 баксов, это зарабатывал, блядь, самый нищий зарабатывал. Вот что-то такое резко никому, кому-то не понравилось, хуяк сделали это самое. Ну, как бы это вот. Стали немножко хуже. Потом опять поднялись, стали жить хорошо. Ну, тысячи по 2 баксов зарабатывали мы уже, нахуй. Ну, до 2000 года. По 2000 баксов заработки были, блядь, везде. Начали кто-то зажимать, блядь. Ну, этот доллар расти, блядь, что-то там такое, блядь, резко. Чего он рос? Люди все жили нормально, все, блядь. Все строилось. Тут еще войны строили, да. Так понял. Ладно, потому что России не выгодно. Вам. России не выгодно, чтобы Украина жила хорошо. Да? Ладно, а слушай, а кому это выгодно, чтобы кто-то жил хорошо? Это же. Не, мы жили, тьфу, блядь. Ну, мы знаем, как в России живут, как я съездил. Как там, живут как в России, мы... как? Ну, по сравнению с Украиной. Эти люди зажиточно живут, украинцы, зажиточные, знаешь. Вот у нас, ну, вообще такие, ну, ты зайди в село, ну, сравни село с ваше с селом, там, русским, у нас тут, как бы, ну... Ваше село, такие... я был в вашем селе, блядь, ваше село с русским сравнивать не надо вообще, там, в России. Кабанчики, конечно. Коровы, а у нас, блядь. А у нас нет ни хера, поэтому мясо. В России ничего хорошего-то нет. И, ну, я знаю, что у вас, вот у нас даже кабанчика зарежут, да, и колбаску сделают, и кровяночку, и запекут окорочок, блядь, и там и сальдисон сделают. Русские этого не знают, что с кабанчиком можно сделать кровяночку, блядь. А они знают, знаешь, как русские что делают? Они порубали, У нас приходит, блядь, этот санэпидемстанция и говорит, что у вас там африканская чума, нахуй, и всех сжигают. Ага. Все. Какие, блядь, там кровяночки, какие, о чем ты говоришь, блядь? Потому они что... Они не умеют, даже не умеют делать этого. Потому что мы ездили в Воронежскую область, там закупали свиней, мы там резали, прямо у них в селе резали.
Они говорят, если тут, тут будет все в крови, зачем? Я говорю, какой крови? Мы его шкинкой раз, вот так, дырочку такую маленькую, сердце, раз, бах, все. Дырочку вырезали, нахуй, кровь, часто выбрали. А зачем вы кровь берете? Они нас даже спрашивали, так это ж Воронеж, вот рядом, из-за нас, из Украины, блядь. А зачем вы кровь берете? А зачем вы кишки берете? Я говорю, вы что, ебнутые, блядь. А колбаску начинять? Мы там кишки там помыли под этой водой, там у них там все это. Кровь забрали в бидончик, голову. Говорит, а что они кинули нашим собакам голову? Я говорю, ты что, а с него какой сардисон будет? Ну, это самое, мы сардисон с него делаем. Что, вы из головы даже, вы даже голову едите? Фу, как Настя, говорю, ну, блядь, если ты съел бы, то сардисон бы с головы. Это, ну, там пальчики оближешь нахуй, блядь. Они этого, ну, как-то, ну... А потому что лень. Потому что лень, матушка, да сон батюшка. Блядь. У нас кабанчик, как там, блядь, вот такие миски целые, вот это все такое сдобы, нахуй, сделают. А обычно Новый год там или что-то, так лежит, нахуй, мимо хуй придешь, раз ножом, чик-чик-чик-чик-чик. Блядь, то сальца там, все коптится, понимаешь, все коптится, такое все вкусное, где-то вот это на полгода хватает хавать, блядь. Сала хватает на год, сала хватает, это, самогончик гонится. А там, блядь, что вы, блядь, брагу пьете? Выгони его, нахуй. Даже аппарата не мает. Да нахуй его гнать? Мы брагу тут. Черпает ковшик. Ебанул пару ковшиков пьяный, нахуй. У нас самогончик. А сейчас есть боярка, блядь. С бояркой все заебись. Там вообще ничего делать не надо. Нахуй. Боярка. А что же бояр? Я сам брал боярышник. Это самое, как возьму там вот, нормальный, ну, если хороший, то я-то, мне там, мне сестры работают в аптеке. Я говорю, там будет там хорошенький такой, что я брал его. Он как коньяк пьется, но если настоящий, чтобы спирт был настоящий, то самое. Ага. Если, конечно, такой, то раньше ты тоже брал такие спирты, брал. Как-то водка была вот этих 90-х годах, помнишь еще, пошел самопал, вот это все, блядь. Вот купить да, невозможно да. было. Я покупал, искал спирт хороший, этот, в аптеках там или где. Все спирт, это особые шарики носили, даже в ресторан. Возьму вот простой, без газа. Там прямо перелили, блядь, сделали себе и пьем, блядь. Потому что самопал был полный везде, блядь. Выпил водки и отравился нахуй. Ладно, давайте. Вы выбираетесь из этой хуйни, там, короче, заканчивайте. Давай. Поебочи сможешь. Надо. Давай. Удачи, давай.